У нас сегодня в гостях, как всегда, доктор областного центра медицинской профилактики Татьяна Селезнева. И она научит нас правильно вести себя на даче. В начале дачного сезона все, практически истосковавшись просто по своим дачам, выходят на свои приусадебные участки и начинают очень интенсивно работать. Что посоветовать? Обязательно принимать свои медикаменты, обязательно не забывать их взять на дачу. Средства срочной помощи. Во всем нужна умеренность. Поэтому, особенно пожилым людям, я рекомендую, не забывайте о перерывах. То есть вы поработали, вы немножко отдохнули, не забывайте о перекусах. Это особенно важно тем людям, которые страдают ожирением и сахарным диабетом. Не забывайте покрывать голову свою платочком, кепочкой, панамочкой. Я призываю людей к тому, чтобы с умом подходили, потому что единственное, что ценно у нас, действительно, это наше здоровье.